Ну что ж, приветствую всех, с вами Старый, и сегодня мы с вами немножечко поохотимся, так как, в принципе, честно говоря, не знаю даже во что играть. Вот, значит, так, в свое время я говорил, что в эту игру мы вернемся, когда они поправят баги, когда что-то тут выйдет интересное, новое. Ну и, собственно, предлагаю посмотреть, что же тут изменилось. Здесь добавили какие-то, ну, во-первых, повыходили обновления, во-вторых, добавили патчи, добавили там квадроциклы, какие-то укрытия для охотников, но все это дело стоит по 170 рублей, что-то мне вот, честно, жаба-то душит покупать это все дело, как-то нецелесообразным, я считаю. Поэтому думаю, что мы просто с вами сейчас походим, посмотрим, что тут у нас такое-то, который у нас час. У нас 19:30, отлично. Мы с вами отправимся сейчас к озеру Чила. У нас есть пара заданий. Нам надо добыть белохвостого оленя ночью и сократить популяцию койотов на одну единицу. Здесь где-то у меня недалеко орал этот самый колумбийский олень, но что-то походу он испугался и ушел. И значит, смотри. Да это понятно. Смотрите, что я себе тут не понял. Как так-то? Подожди. Как-то? Я себе, короче, купил ружье. Но у меня его что-то нету. Ну-ка, инвентарь. Инвентарь, оружие. Почему у меня нету? Вот ружье. Это вот так. А, вот так надо сделать. Точно. Как я мог, так сказать, забыть? Да, у нас патрончиков, конечно, немного. Вот, да. Да, вот, смотрите, я себе ружьишко-то какое приобрел. Мы сейчас кого-нибудь-то по-любому с него бахнем, я так думаю. С 12-го калибра. Не бахнуть-то это же вообще. Нельзя таким быть. Так, ну-ка смотрим, что у нас тут. У нас тут вот возможность добыть зверя. Ну-ка, давайте-ка мы присядем с вами. Оп, вот, кстати, и койот. Что он дает? Брачный зов койота. Но у меня нету, к сожалению, ничего. Чем бы я мог этого койота приманить? А здесь у нас похоже, что он стояночкой оленей, кстати говоря. Не понял, это что, медведь, что ли? Слышь, прикинь, это медведи. А давай их бахнем, а? Я вот только думаю, что если я сейчас в него попаду, то они меня... Они вот либо убегут, либо раздерут меня хрена. Ну что, стреляем. Ну да, собственно говоря, они убежали, да, это следы. Следы, кстати, сюда и ведут. Так. Я же где-то здесь в него попал. Правильно? Правильно. В общем, попал я ему, по идее, в башку. О, слушай, прикольно, кстати, вот этого же не было, да? Смотри, трава, и вот я прям по следу иду, и я в этой траве, кстати, ни хера не вижу. Оп, смотри. Так, ну, понеслась, да, в общем, как было раньше. Уперся бедный Мишка в дерево. И все. Ну, я его спугнул, и он, скажем так, силой мысли, да? Так, это следы медведя, это я понял. А чё, кровавых следов-то нет, что ли? Что это такое? Это белохвостый олень предупреждает кого-то о чем-то. Ну нет, это понятно, что вслед-то я ему не попал. Вот же правильно получается, что он здесь вот бежал-то. Али нет? Али как?
Да, я хожу ночью и говорю, что у меня следов-то вот это вот не отображается. Вот они отображаются. Просто надо же фонарь включить ночью. Совсем забыл, я на самом деле давно играл очень. Ну и вот уже увидели мы, что так они баг и не исправили. А еще меня интересует, где, блин, кровавые следы? А еще меня интересует, где тут, блин, олень? Ну-ка. След животного, след животного. След животного только что был. Ну, конечно, с моей этой, скажем так, мелкашки-то хрен получится медведя свалить, даже в голову. Это 100%. Поэтому ничего особо удивительного-то и нет, что он спокойно убежал. А С-12-шки я стрелять не стал, по-моему, очень большое было расстояние. Так, ну, блин, он уходит, что ли, да, зараза. А, ну ветер прям на него, потому что я иду, и ветер прям на него дует. Интересно, поправили ли они баг вот с прицелом, когда, помните, прицел там криво отображался, когда в него смотришь. Неизвестно. Ладно, давайте пока что пойдем. Включим фонарь, может, кого тут еще запалим сейчас. Нам надо в чил идти. Что такое? Это следы белохвостый олень. Куда-то туда он побег. Вот туда. Ну, да, еще раз можно повосхищаться графончиком. Графончик такой ничего себе, так вот я бы сказал. Все-таки довольно прикольно сделано. Красиво, но чего-то, мне кажется, в этой игре все равно не хватает. Помет совсем. Вот что совсем, непонятно. Херня какая-то. Так, ну идти нам еще. Опа. Койот. Койот. Койот где-то здесь. Выключим-ка мы фонарь пока. Чтобы вот вообще ни хрена не видеть на самом деле. Ну, правда, я ничего не вижу. Вот чего-то в этой игре не хватает. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, по-вашему, чего не хватает этой игре. Вот среди там всяких симуляторов охотников и прочего. Да, я, конечно, понимаю, что он сейчас, наверное, считается лучшим в своем роде. Но, тем не менее, что-то тут не то. Как-то вот оно все, я прям не знаю. Красивое солнышко заходящее у нас через лес пробивается. Я так вот иду, иду, да, сзади медведь так. По плечу тук-тук-тук. О, привет, братиша. Какого хрена ты тут делаешь? Так, у нас домики у озера Балмонт. Ну, идти еще, идти. Мне нужно в сам, как это сказать, регион, да, Чила, чтобы там убить койота. И мне надо к озеру, чтобы попробовать там белохвостого оленя ночью замочить. Тогда я два задания сразу выполню. И это будет здорово. Конечно, простите. То, что они добавили здесь квадроциклы, и, соответственно, возможность на них кататься, это интересно, это упрощает несколько перемещение, потому что вот так ходить не находишься, а домиков здесь нет, в которых можно было бы там поставить себе точку появления, вот кроме того, который, откуда мы, собственно, сейчас и прёмся. Ну, кстати,
Чили может быть. В Чили может быть у нас какой-нибудь лось, которого можно будет попробовать из нашего дробовичка-то и прихлопнуть. Но это мы посмотрим. Ну где ж ты, жопа? А вон он. Так, ну, короче, это баги, да, они такие. Баги они убивают, как видно. Потому что опять бедный олень запутался в деревьях. И ему не повезло. А это у них место кормежки. Подтвердить трофей. Сто 68 опыта мы получили. Самец 65 килограмм. Сложность очень легкая. Тип добычи рога. Рейтинг добычи 102. Бонус за быстрое убийство. Бонус за состояние. Ну, последовательности нет, потому что я его не выслеживал. Вот так вот. Все. Ну, как бы да. Повысили мы. Опыт за сбор трофеев, там все понятно. Короче говоря. Ладно, идем дальше. Нам еще идти, идти сейчас. Ой, ё-моё, вот это я, кстати, зря сделал, да. Или нет? Или оно так не работает? То есть я думал, что я сейчас патрон потратил просто так. Ну, пойдем. Пойдем побыстрее. В общем, да, как видно, с утыканиями ничего не изменилось ни для оленей, ни для медведей, ни для самого персонажа. Постоянно тут затыкаешься, и это вот, ну, вообще, короче, херово. Очень херово. Но все равно, конечно, довольно забавно то, что тут надо персонажа своего прокачивать. Там, я думаю, потом будет быстрее вскидывать ружье, нежели он это делает сейчас. Нам бы тут еще койотов бы найти, конечно, не помешало бы. Блин, привычка, короче, иду, жму Alt, хочу осмотреться, как в Battleground, в армии, но что-то не получается, не работает это нифига. Опа. Койот, ты где был? Койот, ты мне, кстати, нужен. Блин, слушай, смотри. Короче, где-то он гавкает. Недалеко так. Но где я ничего не вижу. И не показывается мне эта штука. Интересно. Приманить оленем-то его получится или нет? Так, вот, кстати, напали мы на след койота. Поднялся я тут на горочку. Давайте попробуем пойти по следам и отследить его. Теоретически, если он выбежит, он на открытое место. Я его вполне смогу бахнуть. Вот, кстати, тоже, да, смотрите, вот дебилизм в плане реализации. Следы ведут наверх, на восток, да, получается.
Ну да, на восток практически, да. А индикатор нам показывает, что он пошел на северо-запад. То есть, ну как так вот? А что делать тем, кто хочет играть без вот этих подсказок? Например, ну есть же такие хардкорщики, охотники там. А тут вообще ни хрена непонятно. Кто пошел, куда пошел, как он туда пошел. Задним ходом, что ли? Сволочь от нас убегает. Просто если идти вот так по следу, без подсказок, да, соответственно, это может очень критично быть. Вот они, следы, да, он пошел туда. Все понятно. Просто когда я играл в охотника в другого, он, конечно, был менее графонистый, но вот там как-то это все было поинтереснее, это реализовано. Все, мы этого койота упустили, потому что мы его выгнали. Ух, ёпты. Мы уже давно его упустили, короче говоря. Да, ладно, пойдем, короче, назад. Выгнали мы его за пределы проведения испытания, скажем так, или задания. И нам это уже ничего не даст. Так что возвращаемся. Сейчас попробуем каких-нибудь других тут животных найти. Ну, кстати, белохвостый олень, который идет, в принципе, в нужную нам сторону. Свежий. Кстати говоря, это у нас водопой, что ли, да? Есть шанс тут кого-нибудь и накрыть. Вот у нас сейчас за окном, блин, такая же погода примерно. Только белохвостые олени не бегают. Никто не отзывается. Никого тут не видно ни разу.
Вот он. Пробуем. Так, ну-ка, сейчас посмотрим, что нам видно в прицел. Собака. Твою мать. Руки кривые. Ну да, я по нему хрен попал, конечно же. А, мать твою. Да, упорная погоня, открытое достижение. Я бы это назвал, блин, упор этой погоней. Еще один водопой. И на этом водопое, блин, меня и теряются следы нашей животины. Да, ну, в общем, ничего у нас, в принципе, не получается хорошего, потому что опять мы ускакали и хер пойми куда. Опять мы вышли из зоны нашей, скажем так, зоны нашего задания. Оленя ни хера мы не добыли, блин. Аж обидно прям. И койота мы тоже не добыли. Они там где-то, блин, орут. Да, так что... Что можно подытожить по этой игре? В принципе, все баги, которые были, которые мне тогда очень сильно не понравились, они так и остались. Когда это будет исправляться, хрен его знает. Конечно, патчи выходят, но, если не ошибаюсь, они выходят довольно медленно. Ну, так как бы игра осталась такой же красивой, такой же в меру, наверное, интересной. На любителя. Это сейчас что, лиса что ли убежала? Интересно. А почему нету следов ее? Потому что эта лиса, она тут такая, которую нельзя убить, да? А, это белка что ли? Слушай, давай, короче, из пушки по воробьям постреляем, а? Вот лось. Тут олень совсем. Совсем олень, блин. А, это совсем лось. Вот. Так что, ну, даже не знаю. Так, посмотрим. Может, сейчас еще серию я выпущу. Посмотрю. Что-нибудь, может, кого-нибудь все-таки убью. Но пока что... Игра, мне кажется, все-таки недоделанная. Ну вот недоделанная она. Такие критичные баги. И не знаю, ну да, наверное, охотиться это сложно. Действительно. Но как-то муторно это тут все получается. Наверное, я сам себе противоречу, да, то есть говорил, что тут... Как-то
надо делать, чтобы все там было правильно, по хардкору, ну там со следами в частности. Вот, и тут же говорю, что охотиться тут сложно. Ну, хз. Ну вот как-то так. Если у вас другое мнение, то, пожалуйста, оставляйте комментарии, пишите, что вы обо всем этом думаете. А пока что на сегодня будем завершать. В принципе, один трофей мы добыли при помощи кустов или дерева там, я не помню. Вот. Ну а со вторым я облажался по полной. Так что вот так, с вами был Охотник Старый. До новых встреч. Всем удачи!